Ежедневно только в Махачкале выявляют порядка 50 водителей, которые перевозят детей не по правилам. Таковы предварительные итоги специального рейда, который провели сотрудники полка ДПС. Профилактические мероприятия проходили сегодня в столице республики в местах подъезда к школам и к детским садам. За нарушение условий перевозки грозит штраф в размере 3000 рублей, но в этом вопросе, напоминают инспекторы, водители рискуют не только деньгами. С начала года на дорогах Дагестана зарегистрировано 21 ДТП с участием детей. За сегодняшний рейд в течение часа, который провели, было выявлено 80 нарушений правил дорожного движения, из них 50 протоколов были составлены за нарушение правил перевозки детей. Работа в данном направлении будет продолжаться постоянно.